В Таразе откроется 9-е частное образовательное учреждение. Торжественная церемония открытия школы-гимназии «Арай-Элит», расположенной по улице Байзак-Батыра, запланирована на следующую неделю. Что будет в школе? Сегодня был организован День открытых дверей в этом учреждении. Родители и педагогов провели экскурсию по новому зданию. «Арай-элит» как следует из названия – элитное образование в городе. Хотя торжественная церемония открытия школы официально не состоялась, уже сейчас здесь обучается 220 детей с 1 по 6 классы. Всего объект рассчитан на 1025 учащихся. Обучение ведется на двух языках – государственном и русском. Вторую часть четырехэтажного здания, строительство которого еще не завершено, планируется сдать в эксплуатацию в следующем году. Гости, посетившие школу, высказали свои впечатления. «Все отлично. Я решила принять приглашение. Мне понравилось. Все выстроено по порядку. Красиво. Это будет поистине элитная школа». Хотя школа частная, обучение бесплатное. Даже ответственные специалисты говорят, что качество образования здесь будет намного выше, чем в других школах. Углублено изучение такие предметы, как математика и английский язык. Кроме того, помимо общих предметов, для детей предусмотрены два обязательных кружка, а также специальный автобус. «Государство финансирует обучение детей. Качество образования будет высоким. Мы ожидаем от этой школы больших достижений. В целом у нас созданы все условия. Это наша первая элитная частная школа, построенная в Таразе. На торжественную церемонию открытия ожидаем приезд президента Токаева. Открытие через 1-2 недели». Стоит отметить, что предприниматель инвестировал 2 миллиарда 650 тысяч тенге. И со стороны государства на каждого ребенка выделяются определенные средства. Катерина Иващенко, Айжан Жуматказа, 77 News.